Руководитель новый, задачи прежние. В Тольятти официально представили прокурора города. На эту должность приказом генерального прокурора России назначен Альберт Москалев. В Автоград он был переведен из города Дубны Московской области, где занимал аналогичную должность. Среди первоочередных задач, которые ставят перед собой на новом месте, защита интересов обманутых дольщиков, борьба с задолженностями по зарплатам и злоупотреблениями в сфере ЖКХ, а также прокурорский надзор за состоянием дорог в Автограде. С учетом особенностей города, в любом случае будут какие-то, наверное, новые сложные моменты. Но я думаю, что все эти вопросы, они решаемы с учетом того опыта, который уже имеется. Учитывая его многолетний опыт работы, и особенно в руководящих должностях, он, конечно же, в состоянии обеспечить эффективный надзор за соблюдением прав граждан и эффективную защиту государственных интересов.